Приветствую вас, друзья мои, дорогие мои подписчики. С сегодняшнего дня я начинаю отсчет сжигания жира в области живота. Я предварительно замерил, вот посмотрите. И теперь я буду сжигать весь этот накопившийся жир у меня годами, и который я никак не мог, но мне порекомендовали пользоваться этим роликом, который очень хорошо, эффективно влияет на сжигание жира. Я первые два дня так попробовал, но я отсчет начинаю с сегодняшнего дня, с третьего дня, когда я начинаю уже использовать его более по-серьезному. Сильные боли в мышцах, если не будут, то буду делать это упражнение каждый день, чтобы стать стройным, подтянутым и сбросить определенное количество лишних килограммов, которые у меня есть. И поэтому я специально это делаю видео, выставлю себе в канал, чтобы вы помогали мне, контролировали мое состояние, мои изменения и поддерживали. С моей стороны тоже будет как бы обещание данное вам, что я обязательно это скину, вот эту лишнюю часть, лишний жир, что у меня находится, и чтобы я его сдержал, я специально выкладываю видео. Так что прошу вас поддержать меня. А я приступаю. Я под колени буду ставить довольно такую толстую подушку, потому что у меня колени сильно болят. Очень больные колени у меня, артроз третьей степени. И поэтому мне необходимо будет опираться на мягкую подстилку. Вот таким образом я буду, значит, тренироваться, сжигать свой жир. Прямые движения буду 5 раз делать, потом боковые по 5. Сегодня я сделаю 2 подхода, а потом в дальнейшем буду каждый раз подходы добавлять. Вот, сделал я по 5 продольную, по 5 боковые и завершил еще 5 продольных. Итого 20 у меня было, как говорится, движений с роликами. Это один подход, я немного отдохну, потом продолжу. Приступаю к следующему подходу. Опять начну 5 вдоль, потом боковые по 5 и завершу опять 5 вдоль. Итого опять будет 20 движений. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить спину. Особенно с моим весом, это, конечно, надо быть очень осторожным. На сегодня 2 подхода достаточно. Я вот в 2 подхода по 20 раз продолжу несколько дней, ну, дня 3 как минимум или 5. Потом добавлю следующий подход, в 3 подхода буду делать. И так постепенно наращивать и постепенно удлинять расстояние.
надо, чтобы мышцы немного размялись, привыкли, растянулись, как говорится, и поясница, чтобы немного прибилась. Ну, на этом все пока, друзья мои. Благодарю вас за поддержку.